Пожар произошел 4 июня около 5 часов вечера неподалеку от остановки улица Шлихтера. По наблюдениям очевидцев, в месте ремонта теплотрассы внезапно появился едкий черный дым, а следом и открытое пламя. В 18:00 пожарным удалось локализовать возгорание. Небольшое возгорание случилось спустя некоторое время после завершения работ рядом с участком подводящей теплосети к ЦТП-50. О том, что послужило его причиной, мы сможем сообщить после детального изучения ситуации. Известно, что происшествие никак не повлияло на водоснабжение окрестных домов. Ремонт теплосети планируют завершить в ближайшее время, после чего жителям включат горячую воду.